видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Мы сейчас выполним упражнение 93 на странице 51 учебника по русскому языку для первого класса автора Климановой. Объясните, как вы понимаете пословицы. Запишите одну из них по памяти. Первое. Учение лучше богатства. Богатство можно потерять, а учение останется с вами на всю жизнь. Учение свет, а не учение тьма. Если человек учится, то он много знает. А если нет, то знает очень мало. Я последняя буква в алфавите. Не нужно постоянно о себе говорить. Запишем первую пословицу. Учение лучше богатства. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.